Теперь Виталию вместе с семьей не придется ютиться в съемной квартире. И самое главное, не будет необходимости выкраивать время в ущерб тренировкам для того, чтобы заработать дополнительные средства на оплату жилья. Очень не хватало собственного жилья, потому что я практически постоянно находился на сборах. И сейчас разъезжаю практически постоянно по сборам. Дополнительно зарабатывать какие-то финансовые средства возможности нет. Так что, если бы сейчас наше руководство города не решило этот вопрос, наш квартирный, за что им огромная благодарность. Роман, старший сын Виталия, уже освоился в новой квартире. Теперь у него и маленькой сестренки будет отдельная комната, в которой совсем скоро, как и в спальне родителей, появится новая мебель. Ее новоселам подарила Дядьковская мебельная фабрика. И таких эмоций, честно говоря, даже, наверное, на международных аренах, на чемпионатах мира не испытывал. Потому что, на самом деле, это проблема жилья, это, наверное, самая актуальная проблема для молодых семей, потому что, ну, сами понимаете, приличные деньги стоит квартира, и молодой семье очень сложно заработать такие деньги сразу. Это, я вам скажу, большая моральная поддержка, психологическая для Виталика. Я думаю, что он еще не один мир выиграет, не одну Россию, и честь Брянщины будет защищать на любых соревнованиях высокого ранга. И я скажу, что это громадный стимул для любого спортсмена. Получая долгожданный сертификат, супруги признались, что теперь можно уверенно строить планы на будущее, а главе семьи направить все свои силы на новые достижения в спорте. Екатерина Зойдина, Игорь Сусло, события Брянск.